Электроэнергетическая отрасль Азербайджана переживает период стремительного развития, и этот фактор является основным условием социально-экономического роста. Об этом после торжественной церемонии закладки фундамента электростанции ГОБУ мощностью 385 мегаватт заявил президент Ильхам Алиев. Глава государства напомнил, что в Азербайджане ведутся масштабные работы по совершенствованию существующей инфраструктуры и диверсификации энергетической отрасли. Перспективными направлениями президент страны определил привлечение частного сектора к этой отрасли и развитие сферы возобновляемых источников энергии. Сегодня крупнейшие энергетические компании мира заинтересованы в производстве возобновляемой энергии в Азербайджане, и этот интерес уже реализуется. В начале года были подписаны соответствующие документы с двумя крупными международными компаниями в связи со строительством солнечных и ветряных электростанций мощностью 440 мегаватт. Финансирование этих проектов на 100% осуществляется со стороны частных лиц, что является проявлением доверия к нам, уверенности в завтрашнем дне, стабильном будущем и развитии Азербайджана. К созданию новой инфраструктуры в сфере альтернативной энергетики и совершенствованию традиционной отрасли привлечены специалисты и частные компании из таких стран, как Саудовская Аравия, Турция, Россия, Иран и Грузия. На данный момент в Азербайджане ведется масштабная работа в альтернативной и традиционной энергетике. На подстанциях проводятся ремонтно-восстановительные работы и строятся новые подстанции. Совместно с соседними странами строятся высоковольтные линии электропередачи. Диверсификация энергетической отрасли и модернизация существующей инфраструктуры являются залогом развития Азербайджана и энергетической безопасности в целом. Для привлечения местных и зарубежных инвестиций в энергетическую отрасль Азербайджана осуществляется ряд мер. В частности, ослабляется налоговое бремя, снимаются юридические ограничения и проводятся тендеры. Фуат Байрамов, CBC.